Наш читатель сообщил нам, что новый директор, который исполняет обязанности во Дворце спорта, Роман Зварыч, уехал с 10 числа, не появляется на работе, поехал вместе с автомобилем. Где он, что он, давайте пойдем во Дворец спорта и выясним это. Здравствуйте. 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 А мы пришли узнать, а директор где сейчас? Предряд же. В отпуске? Или в командировке? Командировке. А с какого числа? С 10. С 10 августа? Нет. Сентября? Да. А что это за командировка? Я не знаю. Ну, можно посмотреть приказ об этом? Нет, без директора я ничего не давать не могу. Ну, это же публичная информация. Ну, я публично, но... И что, это не публичная информация? Ну, я не знаю. Ну, я же не спрашиваю вас документы на ваш дом. Это Дворец спорта чей? Наш общий, правильно? Мы хотим узнать, где директор находится и на чем он туда уехал. На чем он туда уехал? Я не знаю. А кто знает? Не знаю. Ну откуда я могу знать? Я всего лишь секретарь. Ну вы секретарь, но кто знает? Ну, да. Назовите посадовую особу, кто знает. Не знаю. Никто не знает? А где машина стоит? Ваша? Ну покажите мне. Дома. Ну хорошо, ну покажите нам ее, мы хотим увидеть, где она. Ну должна была быть на территории. Ее нету вокруг. Водителя уволился у нас. Уволился? Да. Водитель, да? Да. И он уехал на машине. Я не знаю. А кто знает? Ну откуда я могу знать? Куда чем он уехал? Как он уехал? Ну я не знаю. А тут бухгалтерия у нас? Здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где находится наша машина? Которая за. А что я должна знать? Ну, вы бухгалтер? Ну я бухгалтер. Ну. Я зарплату, платежи. То есть вы не знаете, да? Нет. А кто знает? Без понятия. То есть здесь то есть без есть... власти? Нет, полностью. Почему без власти? Есть главный инженер. А где главный инженер? Ну, надо позвонить, узнать. А ну наберите его. Патруль, да, его фамилия? Патруль. Сейчас позвоню. У меня, по-моему, где-то его телефон был. Да? Есть, пожалуйста, звоните. Мне просто нам люди сообщают, что... Нет, а ну дайте мне его номер телефона. Просто люди нам сообщают, что ну, он уехал в какую-то командировку на 2 недели. Как это что за командировка на 2 недели? 097. Так. А можно нам копию приказа на его ведрение? Я напишу сейчас завтра. Да. Петр Лукьянович, добрый день. Да. Это Роман Варшанидзе, журналист, вас беспокоит. Петр Лукьянович, а где, а директор что, уехал в командировку? Поехал в машине, сейчас ее... Ну, а где наша машина Дворца спорта, этот Митсубиси? Роман Васильевич, по поводу чего? Потому что машина... Так... Да, где машина находится сейчас? А через полчаса можете позвонить? А сейчас чего не можете сказать? Вы можете сказать, где машина? А я в автобусе. Вы в автобусе? Хорошо, я вам наберу чуть позже. Через полчаса. Можно копию приказа на его отпуск? Я напишу сейчас заявление, вы мне его сделаете. А кто здесь у вас сейчас? У нас нема. Ну, я напишу здесь, чтобы не портить лист. Так, на чье имя писать? А, я пишу КП Палат спорта, да? Он... Ну а кто сейчас замещает его? Ну, наверное, главный инженер. Ну, а кто главный инженер? Ну, я. Вот и весь разговор, да? Это капец. Ну, что капец? Где автомобиль? Я, вы понимаете, я вам скажу, что я на автобусе еду, с Новоградовки. Я это знаю. Это я знаю, что есть на... Где машина? Не знаю. Сейчас. А где директор? А? Где директор? И директор не знаю. Идемте, мы там написали заявление, хочу получить копию приказа на его... От на его ведряджине, и они без вас не дают. Идемте с нами. Приказ, дадите копию. Я его написал приказ. Но я хочу ко мне, это, ко нет, мне копию можно увидеть. Есть у кого копия приказа? Приказ сам. У кого? Да, может. С собой? Да.
Для чого? Наверное, я не знаю, він що нам отчитується. Ви спросіть, де у нас печать. Ми не знаємо, де печать наша теж. Де наша машина, ми теж не знаємо. Тобто ні печаті, ні приказу, ні Зварич. Ви знімаєте зараз. Ну, ні, ми ведемо репортаж, тут, извините. Ви ні, нам не долажують, розумієте? Да. Я розумію, ну просто... Одно діло... А є його телефон? Є директор, який... Я поїхав туди. А є його телефон? Можна його телефон, Зварич? Ми його щось подзвонимо. Мальчика, є у тебе? Ну, у него может быть с собой удостоверение об відрядженні, но приказ должен быть здесь. Это я знаю. Что деловодство? Він нам сказав нікому нічого не розказувати. Що ми можемо говорити? Щоб він потім нас поувольняв, от скажіть, пожалуйста. От дзвоніть йому. За що вас увольняють? Дивіться, за те, що ми... Да, за те, що ви... За те, що ви работаете, вас увольняють? Ні, ну все, у нас процес іде. Ні, я к этому вас попросив. Мене просто жителі жали, що він уїхав, взяв машину. Мені к вам, як би, ви працюєте, я смотрю, тут секції, ми к этому які претензії? Пожалуйста, дворец спорту виконує свої функції. Ми даже раді, що це происходит. 377, 45, 50. Ярослав Вич. 45-54, так? Да? Так. Да. Ну, Ярослав. Він зараз дасть указання всі. Секретар, якщо в неї є, вона видасть. Зараз. Бо я за цю командировку теж знаю. Ну, де всі документи, хай він вам скаже. Зв'язується з нами. Ми вчора розмовляли по поводу больничних, нам больничні прийшли. Він з нами зв'язується. Ми там обсуждали за комунальні. Він з нами зв'язується по телефону. Ні, нас не цікавить другий вопрос. Поймите. Та що ж не може? Ну, знаєш, не може, що значить зв'язується? Що це дитячий сад, що ли? Ми що, знаходимося вдома, що ли? Це комунальне підприємство. Вже хватить цих скандалів, що здесь були до цього. Ну, да. Мы же не высасываем что-то из пальца, понимаете, что мы ходим здесь, знаете, как мы говорим, ну, что мы там и ходим, это... нам люди нам пишут, что человек уехал как бы в командировку на 2 недели, что это за командировка, с какой целью он уехал в командировку на 2 недели, ну вот какая цель, вот что он там будет делать 2 недели, за счет ну, нашего... Говорится за соревнования, потому что проводят международные соревнования. Да, 2 недели для этого надо. Да, но я не в курсе. 2-3 дня и приехал. Пас, час, есть наличие приказа? Нет. А? Нет. Нет наличия приказа, да? То есть ведряжение нет. Да? Ну да. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а вся документация у вас, да, вот находится, я так понимаю? Да. Все, поняли, спасибо. Ну, у нас какая-то напасть в Овидиополе с директорами коммунальных предприятий, конкретно с директором коммунального предприятия «Дворец спорта». Один ушел со скандалом коррупционным, второго назначили исполняющим обязанности, вроде что начал делать, чуть поработал, сразу себя начинает чувствовать царями. Значит, на рабочем месте отсутствует с 10 сентября, вроде бы уехал в командировку, самого приказа о командировке нету, машину собрал с собой нашу, без всяких на то оснований. Как мы видим, значит, это какой-то, наверное, вирус здесь в этом здании находится. Люди, попадающие сюда и садящиеся в это кресло, они, наверное, сходят с ума. Будем разбираться дальше, будем жаловаться и будем выносить этот вопрос на сессию районного совета. Роман Варшанидзе, Андрей Хлопчик, Альтернатива.орг.